Я приветствую вас, мои красавицы, девушки, женщины, подписчицы, на своем канале, канал Уралайф. И сегодня будет видео-обзор на некоторые косметические фавориты, которые бы я вам рекомендовала. Очень классные продукты. На улице осени я решила подвести итоги, что же мне понравилось из косметики, что я пробовала этим летом. Хочу рассказать о своей находке, о которой я уже рассказывала в одном из видео. Это ретинол в сквалане. Это, во-первых, выравнивает ваш цвет лица, уменьшает поры, улучшает текстуру кожи и освещает темные пятна. Здесь ингредиент ретинол. Он, во-первых, является хорошим заживляющим средством. Это я имела порезы на руке, и когда я решила капнуть этим сквалланом с ретинолом на ранку, то у меня быстро ранка заживает. Вот буквально на глазах все затягивается, никакого шрама не было. И я поняла, что это, в общем-то, такое аптекарское средство, которое генерирует здоровые клетки кожи и создает новые. За счет этого лицо выглядит свежим, светлым таким, свежим, сияющим. И я очень довольна вот этим средством и рекомендую вам. И тем более, что это средство бюджетное. Ну, надо учитывать, что здесь ретинол 1%. Вот у меня. Я начала с маленькой дозы. А есть еще 2%. И советую покупать для начала, для пробы использовать концентрацию минимальную. Потому что если кожа чувствительная к ретинолу, могут быть какие-то, может быть, аллергические реакции. Но я очень довольна этим средством. Фирма, которая выпускает, это называется The Ordinary. Это канадская фирма. Но, может быть, какие-то средства есть, содержащие ретинол и сквалан другого производителя, но вот у меня вот этот именно. Второй фаворит, о котором я тоже ранее рассказывала, это фирма Lumine Valo Glow Booster Essence Nordic Sea. Тоже не раз говорила о нем, и он остается моим фаворитом. Эта сыворотка придает сияние, упругость и увлажнение. Здесь содержится витамин С, и он самый действенный компонент для сохранения молодости. И я бы хотела сказать, что в этом продукте нет силиконов и тяжелых компонентов. Здесь все натуральное. Этот продукт очень популярен, производится в различных, упаковках. Есть маленькие упаковочки, есть чуть побольше, то есть на каждый бюджет, на каждый кошелек. Если вот мои два фаворита, и за счет этих вот препаратов я их чередую. Значит, этот, допустим, в один день использую, а этот в другой день. И за счет этих препаратов у меня улучшился цвет лица, улучшился тон кожи, пропали пятна какие-то пигментные. Я даже смотрю и не узнаю свою кожу. А филерине можно пить оды. Я уже использовала много раз крема, и набор у меня был филерина. Видео также я оставлю об этом средстве внизу и в ссылках. И сейчас вот была у меня возможность купить со скидкой филерину крем. И я с удовольствием купила не только дневной крем, а также купила ночной крем, чтобы чередовать. И у меня граде 3. Это как бы третий уровень, то есть третий уровень, который уже для более увядающей и дряблой кожи. Молодым девушкам можно покупать филерину с номером 1 или с номером 2. В чем же свойство филерины? Она состоит, филерина, вот в этом креме в объеме 50 мг находится гиалуроновая кислота, которая благодаря своему низкомолекулярному весу способна оставаться не только на поверхности кожи, но также и проникать более глубоко. Для этого нужно пить обязательно жидкость. Филерина, она притягивает как бы влагу, чтобы было откуда притягивать жидкость. И она восстанавливает обезвоженную кожу, борется с процессами
увядание, потеря эластичности, также пигментацию убирает, и ничего лучше для лифтинга лица у меня до этого не было. Если кто-то пользовал какое-то хорошее средство и видел явный эффект, напишите мне в комментариях, я, может быть, сменю свою позицию, буду покупать какое-то другое средство, более бюджетное, но вот на данный момент только филерина, которая доступна в наших аптеках, и она мне очень помогает в качестве подтяжки лица, улучшения упругости кожи, и это один из моих фаворитов. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите свои отзывы, спрашивайте, если есть какие-то вопросы, делитесь в комментариях своими средствами, какие вам очень нравятся, о которых я не знаю, будет очень приятно иметь отзыв и обратную связь. С вами была Лора, спасибо за внимание, встретимся в следующих видео и всем хорошей осени, будьте красивы!